Всем привет! Сегодня у нас 3 сентября 2020 года. Меня зовут Сергей, вы на канале Антон М. Значит, и снова сегодня мотаем Сенаж. Сегодня покажу немецкую пленку. Сенаж у нас теперь получился настоящий. Вот он такой подвяленный. Дуванчик, все тут как бы. Вот такой получается рулон. Рулон. Если в прошлом видео я показывал, там у нас получится силус, скорее всего. Вот рулонник у нас, он землей так забивает вальцы. Но не критично. Вот такие валки. И вот так мотаем. Вот такая вот красота. Просто так бы сено, но погоды нет. Завтра дождь передают. Вот сегодня это закатаем, будет настоящий сенаж. Это немецкий, да? Он такой чуть потолще, чем испанский. Но вот, вот так он тянется. И вот так он прилегает. Вот так Игорек у нас теперь возит, не передом. У него через перед целкость пропала, он не может. Серег, настоящий сенаж? Скажите мне, пожалуйста, вы как у нас лучший специалист канала. Нет. А какой же сенаж тогда должен быть? Главное улыбаться. Идиот. Ну идиот. Вот это то, что надо. Вот как сенаж такой вот. Да. Да. Сыровато еще. Нет, вот это как раз, вот это уже сено, а вот это вот вместе с сенажом так и должно быть. Ну еще денег как раз. Было бы сено, да? Вот, это отличный будет сенаж. Давай помотай. Ну, бывает снизу. Бывает снизу отлежавшийся и этот. Граблями не особо не про это прогребало. И снизу он мне показывает, что есть. Лев. Как она вытягивается, то есть как натянута. И вот так он плотненько ложится. А ванфак отдыхает. Ну хотя вот мятный лежит. Ну видно, что он не это, не особо, но более-менее. А белый последний, это вообще жесть. Сейчас я оборву. Он уже прыгает. Самое главное — аэрофлотовским ножиком.
Сейчас выкинет и поедем дальше крутить рулоны. Сегодня, наверное, будет последний рулон. Видео буду заканчивать, так что пишите комментарии, потому что нравится, не нравится. Сейчас Сергея спрошу, сколько у нас вышло с этого немецкого. Потому что новый начинали сегодня. И он фактически заканчивается. Серег, сколько рулонов ты? Это немца ты начал здесь, да, немецкий? Там 4 рулона. 4 рулона там, а еще, да? И здесь... Сейчас посчитаем. Там у него еще осталось на рулона 4-5, может. Значит, 2-3 стоит. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. И там 4, он сказал. 29. Ну, мы говорили, что больше 30 рулонов выходит. Вон она как тянется. Немецкая тоже хорошо тянется, но она вроде как потолще, погрубее. Мне так показалось. Я спрошу, сколько он оборотов делает. Серег, сколько оборотов? 24? 20? 20? 20 оборотов он делает. Кто-то 24, кто-то 20. Но мы считали, что где-то 9 полностью обматывает. И стали 18, а начальный как бы... Начальный этот, который завязываем, он наполовину, и так что добавили 2, 20 оборотов. Так что 24, 20, кто как? 20 полностью. Полностью? Ты считаешь 10 один раз? Полностью скрывает, да. Вот при такой натяжке. Ты сильно натянул, да? Есть оборот. Да, да. А нахер ты так натянул? Так, и думаю, что еще надо на торца поставить, наверное. Ну вот, почти и все. Ладно. Всем пока.